девушка, можно с вами познакомиться? Да, давайте. Ой, прости, это мне звонят. Это с магазина звонили, я себе новый вейп заказал. Run. Run. Скорее едем. Куда едем? Да куда-то, лишь бы скорее. Фух, наконец-то сбежала. Девушка, а у вас заправки для вейпа не будет? Гонсул, ты меня достала. На пары не ходишь, я тебя выгоню из университета. Тюб, вы еще узнаете, кого потеряли. Chili sauce on the panda, Charmaine be redder than Santa. Ferrari is sponsor Santana, drive it like Joel Santana. Teriyaki, panda, bigger plate, panda. Waiting in line, I got manners. Вибач, мала, недооцінив я тебе, повертайся в університет. Супер, супер, супер гуд, я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Пожалуйста, не выгоняйте, я буду на пары ходить, только не выгоняйте. То-то же. Ленга, поздравь меня, я лечу в Париж работать моделью. Ого, так это какое-то агентство? Нет, мне просто Ашот в Инстаграме написал, говорит, работа бомба, езжай. Ну вот я и еду. Молодой человек, а можете присмотреть за сумочкой? Я пока уйду на секунду. Этот, только будьте внимательны, там 10-й айфон. Коля, представь, я купила биткоины. Ты чё, они же до хрена стоят. Я знаю, но мне повезло, 3 биткоина всего лишь за 1000 долларов. Настя, биткоины это криптовалюта. Да, знаю. А что ты там смотришь? Ой, да я слежу, где мой новый айфон едет, я же заказала. Айфон XS. Какой XS? В смысле какой? Ты что, на Алиэкспресс зайди, за 300 долларов можно купить. Блин, Насть, хату на Новый год найти не можем. Тю, так давайте у меня хата свободна. Ну, вы же аккуратно будете, да? Ну, конечно, что у нас там, 15 человек. Коля, меня задолбали твои носки. Ну, что ты начинаешь? Да они уже везде валяются. Алло, Настя, а куда ты мои носки дела? Я их найти не могу. Молодой человек, а не подскажете, где торговый центр «Глобус» находится? Смотрите, там надо прямо до перекрестка, потом направо... Вы выиграли! Это духи! Это ваш подарок! Ой, классно! Подождите, вы должны побольше про них узнать. Так они бесплатно? Не просто бесплатно, дешевле, чем бесплатно. Всего лишь 300 рублей. Тогда не надо. Подождите, а у вас сестра есть? Вот сделайте ей подарок. Ну, а маму вы любите? Не надо, я сказал. Понятно, как вы маму любите. Девушка, мне не надо духи. Массажер для лица. Попробуйте, а? Давайте. Все, девушка, до свидания. Подождите, у вас прыщ выскочил. У меня кое-что для вас есть. Пройдемте на лавочку. Чистка, чистка лица. Все, девушка, теперь точно до свидания. Подождите. Вы же не дослушали. К ней же идет насадка. Чистки зубов. Девушка, у меня нет денег. За 200 рублей я дам. У меня вообще нет денег. Ой, девушка, а не подскажете, где торговый центр «Глобус»? Наконец-то завтра выходной. Буду спать до обеда. Somebody, so gonna get to grab it. Go pop a phone, pop a phone. Turn around. Throw a pad, drop it from it. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies.
the tail for dinner. Coolio served that scampi. Ура! Наконец-то вышла новая серия. Важливо дбати про імунітет рудової порожнини. Популістського очліст. Я відразу розумію, що він... Настя, уже 3 ночи. Хватит смотреть свой сериал. Ложись спать. Ща, еще чуть-чуть. Это время... Ну ладно, еще чуть-чуть и все. Так, Настя, хватит. Что хотела. Ну ладно, еще чуть-чуть. Настя, пойдем? Нет, там холодно. Еще чуть-чуть. Настя, выходи из душа. Ты всю горячую воду используешь. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну тут уже, походу, хватит. Хотя ладно, от одной мандаринки еще никто не умирал. Видишь, как любовь убивает боль. Ты меня не тролль. Послушай, ты меня не тролль. Сука. Девушка как с размером? Ой, все хорошо, но я еще не поверила. Сколько можно сидеть? Я не понимаю просто. Ой, а можешь заплатить, а то у меня мелких нет. Ты ничего сказать не хочешь? Ой, прости, это я у тебя помаду забрала, твою любимую. Но вообще-то я не про это. Ты про плойку узнала? Ну да, я ее поломала, но я куплю, честно. Вообще-то у меня сегодня день рождения. Точно, день рождения. Открываешь глаза. Оля, представь, я была у психолога. Так вот, она сказала, что надо говорить друг другу только правду. Вот скажи честно, ты переписывался с бывшим? Я обижаться не буду. Ну да, один раз было. Вот сука. А еще психолог сказала, что мы должны друг другу уступать. Ну, чтобы не ссориться. Настя, ну так мы же... Ой, прости, я тебя перебила, говори. Да нет, говори ты. Да нет, я тебя перебила, говори ты. Настя, там ничего важного, говори Оля, ты. Оля, я тебе сказала, я тебя перебила, значит ты говоришь. Настя, ну не начинай. Я тебе сказала, скажи. Настя, говори. Ты хочешь со мной поссориться, да? А еще психолог сказал, что нам надо проводить больше времени вместе. Поэтому днем мы пойдем на маникюр. Настя, но мне ж на работу надо. В смысле, тебе работа важнее отношений? А главное, надо запомнить, что слово «я» в отношениях не бывает, только слово «мы». Поэтому я заказала нам шубу. Ну еще нам 10-й айфон. А еще психолог сказала... Пусть идет нахрен твой психолог. Оля, ты что? Грубость – это первый шаг расставания. До свидания. Ой. Коля, а что ты мне подаришь на Новый год? А сейчас, дамочки, я вам расскажу, как получить желанный подарок на Новый год. Намеки. Ой, Коль, знаешь, я тут сережку потеряла. Вообще носить нечего. Не работает. Если вы не хотите получить на Новый год пауэрбэнк или именную чашку, то вам стоит прямо говорить, чего именно вы хотите. Коля, я хочу сережки. Серьги. Вот такие сережки. Сережки. Не, ну а если вы изощренная бабенка и хотите очень дорогой подарок, то зайдите в несколько мужиков и попросите их скинуться. Шлюха. Если ты объективно страшненькая, то поздравляю. Если у тебя есть мужик, это уже огромный подарок. Ну а вообще, советую поступать как взрослая, опытная женщина. Настя, а почему у меня деньги с карточки снялись? А, это я себе подарок на Новый год купила. Почему 2 платежа? Ну, себе и маме. И самое главное, если ваш парень решил расстаться за пару дней до Нового года, то он просто-таки хочет сэкономить на подарке.